Короче, ребят, приехал в поселок свой, Веселое, Яшалтинского района. Вот избирательная комиссия. Вот в партийных списках за меня уже расписались. Видно ли? Вот. А я расписываюсь вот так. Вот так я расписываюсь. Вот путаница выходит, и потом мы не можем вот это ей исправить, там уже нельзя списать, потому что они как черканут, вот иногда так делают. Черканули с фамилией, даже мой паспортные данные заполнили, да? Ну а что? Как быть, так, не пойму? Как быть, если она там расписалась уже? Как быть? Не, ну а как она мои паспортные данные, мы можем знать, не пойму? Я не буду разговаривать, я приехал отдать голос за кандидата, которого поддерживаю. Я приезжаю и вижу, что вместо меня уже расписаны, даже данные мои паспорта заполнены. Да как так, не пойму? Ну не надо снимать на видео меня. Отключите, пожалуйста. Вы кем являетесь? Председатель участковой избирательной комиссии, правильно? Номер 209. Пойдемте поговорим. Подождите. Идемте. Я не хочу разговаривать где-то там. Я буду разговаривать только на камеру, девушка. Идите сюда, давайте. Поговоримте. Ошибка вышла, если бабушка... Ошибка так не может. Туда. Бабушка вместо меня данные мои заполняет. Я свой выбор сделал, голосую. Вот, в общем, кипишнул, дали новые бюллетени. Идем голосовать. В одну сторону, да? Да.
Да, лучше так было, да? Так лучше легко. Посмотрите. Уже все он там позакрывал. Выдала в количестве 64 штуки. Смотрите, все чисто, пусто. Я хочу пропадать, и твой путь и песками и зло. Я буду для тебя каждый день насыпать.
сейчас мы до Петенко. До Петенко, потом до Морозова. Там пакет черный водой, пустые все. Фото-видеосъемка. Вот. Продолжение следует...
Теперь общее количество мы посчитаем и составим акт. Погасим и составим акт. Вот это. КПРФ 30 голосов, зеленые 8 голосов, ЛДПР 14 голосов, коммунисты России 3 голоса, пенсионеры 3 голоса, Единая Россия 114 голосов, Справедливая Россия 10 голосов, Партия Родина 1 голос, Новые люди 5 голосов, Яблоко 1 голос, испорченных 6 штук. Всего? Всего 195 бюллетеней. В количестве 50 штук членов комиссии. Там раздели? А что у нас в этом ящике? Также в количестве 50 штук. Книги. Хорошо, было 4 книги. А количество вы уже говорили? Я сейчас буду так ответить. А вот это, наверное, сколько будет уместить? Не обратить. Да. Да.
Еще раз? Перепроверяйте. Мы сейчас будем те гасить, а они у нас... Работу закрываем двери. Закрыли двери. Я снимаю быстро. И 5 по 1 минуту. Одну только? Да, вот так вот. Как вот пускай. Вот так.
17, 09, 20, 21. Семь пакетов. Они большие, Валя, аккуратно.
Не-не-не. Смотрите. Возьми чуть-чуть. Я чуть-чуть. Потому что тебе надо держи. А, сейчас вот так держи. Вот так держи. Чтобы сразу вот там держи. Там как у них получается, пускай так и снимали. Потому что вам надо. Нам надо. Ребята, вы хоть чуть-чуть. Они так нервничают. Еще вы на длине все. Хоть в сторонку ходите, пожалуйста. На 2 метра отойдите, пожалуйста. Вы 2 метра уже стоите. Ну, правда. Неужели не видно? Отрезаны.
даже не нужно молочку. Корма может быть. Это что туда? Пакет? Пакет? Можно подобрать. Ага. Федерального избирательного округа. Yeah.
Путь. Фиксируйте? Да. Так, не отвлекай меня. Дальше. Так, объявляю присутствующим, какое количество бюллетеней мы получили в ТИК. По одномандатному округу мы получили 197 бюллетеней. Так, прошу внести эти данные. Строку номер 2, протокола номер 1, об итогах голосования и его личное поле. По федеральному. Протокола номер 2 внести количество погашенных бюллетеней по федеральному округу 63. Испорченных и возвращенных у нас нет. Да. Так, и по федеральному округу мы с них получили тоже 197. Вдруг нет.
Так, акт проведения голосования с использованием автоматного ящика для голосования за 17 число. У нас количество избирателей, получивших избирательные бюллетени, 46. По этому. Ну да, не скрытые, пожалуйста. Скрываем. Где тут хрен? Это не ее палочка, не та лисенька. Просто все палочки. Давай, тоже вытащи. А как нормально, мы не будем считать? Это же расставание, да? Потом. Что нет? Вообще вы должны находиться вот там, на таком расстоянии. Просто не видно оттуда же ничего. Ну не видно, а не положено. Я сказала, что там не видно. Да? Ну что, если там не видно? Ну, близко стоят. Ну, говоришь, отойдите на заметку. Понимаете, вот это давит. Так-то ничего, все спокойно, все сразу теряешься. Вы почему маску не одеваете? Это уже простые. Одевайте маску, нельзя без маски. А то сами наблюдатели без маски. Там же есть маска, дайте. Thank you.
сейчас. Билет мы пересчитали. 92 билета. 46 федералов и 46 этих.
84 билета. 42 и 42. Пять. Куда ты можешь положить? Может, сюда на камеру? Мы когда мы сейчас переносим ящик строим, все, урну наблюдатели все в расстоянии 2 метра. Вы там не позвонили, сказали. И видео снимаю, что хотят делать. Не подходит ближе, потому что это вообще, ну как. А это мы берем сейчас сюда. Потому что у нас камера в одном месте стоит. Наташа, не смей. Ой, все закрыты, да? Вот как это. Показываю, что все закрыто. Все, срезаем пломбу. Или что? Да, проверили. Проверили все. Количество 3 штук. Его вообще на надел передаю.
Избирательному округу 13 испорченных, Манжикова 13 голосов, Чиджиев 2 голоса, Вышкварок 10 голосов, Марилов 1 голос, Убушиев 24 голоса, Очергаряев 1 голос, Катенова 13 голосов, Башанкаев 93 голоса, Бамбаев 18 голосов, Бабаев 7 голосов. Всего 195 бюллетеней. Как делали себе? Такого не помню. А вот я. Так два достаточно. Да,
Поминай Любинка. Любинка. Да. Любинка. Два ровно выезд, да? А? Здесь 7 человек на выезд. Бюллетени выдала 9 по одномандатному и 9 по федеральному избирательному округу. Два дополнительных.
А я буду? Да. Простите. Я подождала бы. Иди сюда, мама.
Прям как проволоны. Артур. Кто за рулем? Все, ящик пуст.
сюда здесь стоят. Я не знаю, где вам огромное. От ТИКа было получено в количестве 420 штук по одномандатному избирательному округу и 420 штук по федеральному избирательному округу. Проголосовало 195 человек, погасили 225 бюллетеней по одномандатному и 225 бюллетеней по федеральному избирательному округу. Вон а вот внизу еще. Где? Да, испорчено. Не заметил. Единая. Я смотрю, не переживаю. Да. Сильный глаз. Алмаз. Коммунисты. Единая. КПРФ. Единая. КПРФ. Новые люди. Единая. И КПРФ. Да. А теперь большой источник, да, вот это, что два бюллетня. Вот это, да, тут. Да, да, что вы два бюллетня получили. Ой, да а это, давайте, вот еще четвертое. Еще. Это, да, это что мы приезжали к вам, что вы проголосовали. Да я и так.